Отопительный сезон завершен. Соответствующее постановление подписал глава администрации Владимира Андрей Шохин. С завтрашнего дня батареи в квартирах горожан начнут остывать. Такое решение было принято, поскольку среднесуточная температура воздуха стала больше 8 градусов тепла. Житель Владимира может угодить за решетку на срок до 3 лет. Такое наказание предусматривает статья за фиктивную постановку на учет иностранных граждан. А их в своей комнате предприимчивый горожанин зарегистрировал аж 70 человек. На этом же попалась и 50-летняя ковровчанка. Она за деньги зарегистрировала в своей квартире 57 выходцев из Средней Азии. Суд приговорил женщину к штрафу в 100 тысяч рублей. Осмотрел лично. Сегодня министр по делам ГУЧС Владимир Пучков пролетел над Центральным федеральным округом. Он лично оценил обстановку с лесными пожарами. К слову, с начала весны пожарные подразделения уже 155 раз выезжали на тушение травы. Причем 71 раз возгорания произошли в границах населенных пунктов. Железнодорожные переезды закроют. РЖД сообщает, для ремонта пути будет закрыт для автотранспорта переезд в районе ТЭЦ 29 апреля и 6 мая с 9 до 17 часов. Также нельзя будет проехать через переезд на улице Летней Переводинская 30 апреля и 5 мая с 9 до 17 часов.